Пенсионный фонд России продолжает осваивать интернет, в очередной раз расширяя перечень электронных услуг. Новые сервисы предназначены для владельцев материнского капитала, получателей социальных выплат и работающих пенсионеров. Последние в личном кабинете могут узнать размер пенсии с учетом всех индексаций, то есть ту сумму, на которую они могут рассчитывать в случае прекращения трудовой деятельности. Напомним, с января 2016 года работающие пенсионеры получают исключительно непроиндексированный размер пенсии. Среди нововведений также дистанционная подача заявления о выдаче сертификата на материнский капитал и возможность узнать, сколько средств еще осталось на счету. Гражданин, еще не назначивший пенсию, может получить выписку с лицевого счета, чтобы знать о своих пенсионных правах, может воспользоваться пенсионным калькулятором. Гражданин, у которого близится срок назначения пенсии, имеет возможность через личный кабинет застрахованного лица без непосредственного обращения в пенсионный фонд подать нам заявление о назначении пенсии. Еще один новый сервис позволяет людям с ограниченными возможностями, имея лишь компьютер и выход в интернет, подать заявление о присвоении статуса федерального льготника и соответствующей ежемесячной денежной выплаты. Требуется лишь регистрация на сайте пенсионного фонда и доступ в личный кабинет застрахованного лица. В минувшем году дистанционными услугами воспользовались 4 миллиона россиян.